Это непередаваемо. Даже это невозможно передать то, что я чувствовала. Конечно. Весь духом радовался. Звонили ей. Так душевно, со слезами на глазах провожают родственники Сайнет Лабазанову. Ей посчастливилось выиграть жеребьевки по благотворительному хаджу от Сулеймана Керимова. И вот этот долгожданный момент настал. Я ей говорю, ты не забывай про Керим. Первый сделай, говорю, ему дуа, дай Аллах ему здоровье, чтобы он оказался в середине Фирдауса. Дай Аллах, чтобы у него все получилось хорошо, чтобы в следующем году он еще несколько тысяч мог отправлять и вместе нас тут. Во дворе Джума-мечети Махачкалы более 1000 людей. Здесь помимо паломников и провожающие. Вы сына отправляете? Да, сына отправляет. Очень хорошо, я рада. Какое хорошее дело. Я так рада. Сын и муж едут. Так приятно сердцу, что говорить сложно. Пусть каждый из вас испытает такую радость. Многие из паломников наверняка считали дни в календаре, не спали прошлой ночью в предвкушении того самого момента, когда воочию смогут увидеть святые земли. В первой группе по благотворительной линии от Керимова 187 человек. Мы чувствуем неожиданность, радость, восхищение, такое впервые в жизни, такая радость. Чтобы у нее денег хватило на весь Дагестан, чтобы всех отправили в хадж. Я заметила, что все плачут, а вы вот радостные, отличаетесь от других. Радостные? Я радостный, то, что иду на сушие земли, что посушу могилу пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и также все зиараты. Я до сих пор поверить не могу. Меня поздравляли все, никак не могла поверить. Вот до сих пор не могу поверить. Таких рейсов планируется еще 4. Бесплатно в хадж по этой благотворительной линии должны отправиться 1000 дагестанцев. Среди них меценатом Сулейманом Керимовым отдельно были выделены квоты для семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Уминат Курамагомедова из Гунибского района потеряла на фронте младшего сына. Каджимурату Махмудову в этом году должно было исполниться 22 года. Первый раз всю жизнь мечтала. Организацией и отправкой паломников занимаются представители муфтията Дагестана в лице компетентных специалистов и ученых. На время поездки паломников сопровождают волонтеры. Если они будут придерживаться 3 правил, вот, будучи в хадже, в Мекке, в Медине, везде, вообще начиная вот отсюда, иншаллах, целыми, здоровыми, с принятым хаджем, с баракатом, они вернутся домой. Вот первое правило – это... Они не должны забывать, что они гости Всевышнего Аллаха. Раз. Второе – это слушаться руководителя. И третье – это иметь терпение. Прямой авиарейс, трехразовое питание и организация на высоком уровне. Сулейман Керимов позаботился о том, чтобы бесплатную путевку было включено все до мелочей. Вот мы видим, что у нас все хорошо, спокойно, люди собрались. Сейчас идет регистрация. Мы видим, что хорошую работу провели руководители и помощники. И сейчас остается пожелать им всего самого хорошего, чтобы они спокойно, четко провели все обряды хаджа. Всего из республики в этом году с паломниками на борту запланировано 29 авиарейсов. Последний вылет состоится 3 июля. В этом году из Дагестана к святым местам отправятся около 5000 человек. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.